Всем привет снова, зрители моего канала Сад Чекально. Сегодня хочу видос заказать, что мы делаем. То есть сейчас мы на трубах, на поливочных, на капельных, раскиданные трубы здесь на яблочном саду, на молодых яблонях, так, в конце. Вот, мы ставим капельницы, сейчас мы их натянем, все, практически все натянул уже, два ряда осталось. Тут вбиваем кол, вот сюда, в крестовину, видите, вбит кол. И для чего этот кол идет, чтобы я с той стороны мог натянуть на себя и вбить с той стороны еще, как бы этот, ну, загогулину такую, зажать там заглушку. То есть, чтобы труба была натянута во время, когда я буду ставить капельницу. Ну и потом на будущее. То есть мы будем это все, как сказать, чтобы закреплено было, не съеживалось. Труба съеживается, когда нагревается. Вон, видите, сразу, видите, вот она просто так лежит. Видите, как неровно. То есть она зигзагом. Нужно, чтобы ее натянуть. Здесь вот яблони молодые. Это годки. То есть они посажены в том году осенью. Здесь три ямы вот осталось. Еще у нас белый налив не могу найти. Нашел вот. Четыре дерева посадили, три еще осталось. Вот видите, уже прижились годки, как хорошо видно, да? Все, пошли, они обрезанные вот, замазанные. То есть низ мы сейчас, почки, которые внизу проснулись, на нижнем ярусе, то есть вот эти вот нижний ярус, вот почка проснулась, мы их просто вот так сделаем. Для чего это? Чтобы нам освободить нижний ствол. То есть это штамп. От штампа, короче, будем освобождать до верха где-то 60-70 сантиметров от прививки. Для чего это? Это чтобы было чисто, а там уже будет разветвление идти. То есть ярус первый будет идти для этого. Ну все, вот. Здесь мы уже начали ставить наши капельницы. Вот. Сейчас включил автополив. Здесь поставили. Идемте, я сейчас покажу. Вот здесь молодые деревья, все. Это вот этот участок. Кто следит за нашим каналом, смотрит. То есть видел, как мы этот участок убирали, готовили, подготавливали, потом засаживали осенью. И уже в этом году, 22-го года, он у нас пришел в действие. То есть, видите, проснулись почки, и они пошли в ход. То есть они обрезанные, видите, замазанные были. Весной обрезка произошла. Сейчас система заполняется. Вот, стоят капельницы. Все, система начала заполняться сейчас. Начнет капать. То есть пока не капает, потому что я включил только. Это здесь молодые. Вот, видите, уже начинает капать. Ой, покажу сейчас. Вон, видите, капельки стоят уже, капать начинает это. То есть здесь мокро. Вот, уже пятно мокрое. Потихоньку капать начинает. То есть, что-то оно у нас плохо капает. Как бы, боюсь, там что-то не рассоединилось. Сейчас все проверим просто и продолжим. Ну все, наверное, на этом закончим. А, да, показать хотел, что, почему я это, как что натягиваю. Вот она, видите, как струна почти натянута. То есть вся эта труба натянута, как струна. И в конце она закреплена. Сейчас покажу все. В конце, то есть вот заглушка стоит. Заглушка. Вот. И стоит проволока вбита. Как этот, ну, розетка вбита туда, чтобы, да, она не уехала. Все, она никуда не денется, то есть не скукожится, ничего, чтобы капельницы не ушли. Капельницы капают там, где мне надо. То есть поставлены они там, где надо, зафиксированы, все. Участок работает. Вот такой у нас участок, ребята. Вот, все. Ну, на этом закончим наше видео. Все, кому что понравилось, ставим класс. Также не забываем подписываться на канал, пишем комментарии, отзывы, кому отвечу, кому нет, пишите, подсказывайте что-то, все, кто может неправильно что-то мы делаем, потому что мы только развиваемся, всему учимся сами. Все, на этом всем пока, да, это
Не забываем также подписываться на наш канал «Сад Чекально», Сызранский район. Ну и все. Всем пока. Удачи, ребята.